Привет, это рубрика, в которой игроки за короткое время отвечают на самые интересные вопросы. В этом видео вы чуть лучше узнаете снайпера нашей команды из Sports Club Kyiv Кирилла S4. Поехали! Сыч или S4? S4. Рэп или рок? Рэп. Сидишь в ТикТоке? Да. Веришь в гороскопы? Нет. Тебе присылали интимки? Нет. А ты отправлял? Нет. Играл ли ты официалку под градусом? Нет. Тебя кидали на деньги? Да. Когда-нибудь был замешан в 3-2-2? Нет. Воровал в магазине? Да. А что воровал? Чупа-чупс. Когда в школе еще учился, большой чупа-чупс. М-ка или калаш? М-ка. Выиграть мажор или получить 10 миллионов долларов? Выиграть мажор. Играл с читами? Да, в 1.6. Звонил бывший по пьяни? Нет. Часто горишь на тиммейтов? Нет. Тебя кидали во френд-зону? Да. Инферно или Dust 2? Dust 2. Думал ли уйти из КС? Не. Напивался ли так, что не помнил потом, что было? Да. Часто такое происходит? Не. Хочешь ли набить тату? Да. Нюхал ли трусы, прежде чем надеть? Да. А свои? Ел еду, упавшую на пол? Да. Юсп или Глок? Юсп. Есть вредные привычки? Да. Лучший игрок в КС за все время? Simple. Есть ли в плейлисте песня, за которую тебе стыдно? Не. Ты токсик? Не. Отдохнуть дома за просмотром фильма или поехать тусить с друзьями? Поехать тусить с друзьями. Какая игра, если не КС? Lineage 2. В какой стране хотел бы побывать? В Норвегии. Время или деньги? Деньги. Твоя любимая карта в игре? Dust 2. А какую карту ты бы хотел вернуть в игру? Трейн. Сидел в Тиндере? Да. Какую бы ты хотел суперспособность? Летать.